Слушай, где-то наш соевый стручок потерялся. Сегодня его смена в патруле, а его до сих пор нет. А ты смотрел на чердаке или во дворе? Нет, но, видимо, сейчас придется. Стручок не объявился? Нет, везде проверил. И на чердаке, и во дворе, и за оградой даже. Нигде нет. А ведь уже темнеет. Ну ладно, найдется. А я пока пойду на смену. Возьму с собой кого-нибудь еще другого. Всем привет. У нас тут казус случился. Соевый стручок не вышел на смену. Очень странно. Не то слово. Такого у нас еще не было. Но ничего, оборонять двор все равно надо, поэтому мы быстренько попросили кое-кого подменить стручок. Хорошо, что патруль уже такой многочисленный. Привет, недотепы! У вас случайно никто не пропадал? Например, какой-нибудь стручок свой? А ты откуда знаешь? Ну-ка, рассказывай! Когда зомби что-то скрывает, верный знак, что нужно ускориться. Ускоряйтесь, но все равно уже поздно! Разрезать мертвяка пополам никогда не поздно. На мое место придут другие. И это так, причем не только обычные зомби. А какие еще? Особенные, что ли? Ага, особенные, особенные. Что-то они затевают нехорошие. Еще и с кухонными приборами пришли. Здрасте, здрасте, всем привет. Все пойдете на обед. О боги, опять этот балагур, пожалуй, раскрою щит. А я отправлю этого шута обратно на тот свет. Как всегда, отличная работа. Телепортационная мина бесподобна. Эх. Не расслабляйтесь, у нас на разогреве зомби-индейки для вас припасены. И индейк ваших тоже сюда давайте, мне все нравятся. Да хватит! Индейки это по моей части. Если индейки на разогреве, то кто потом будет? Фокус-крюкус! А ну отвечайте, что вы тут задумали? Скоро все узнаете. И да, чего это вы с бенгальскими огнями? По какому поводу праздник? А вот теперь ответ на все вопросы. Встречайте! Это что за чертовщина? Наши зомбоиды напали на нас же! А ну прочь отсюда, мертвяки сопливые! Сюрприз, сюрприз! Я вам сейчас дам сюрприз! Ну ёлки-палки! Кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит? Понравился наш сюрприз! Ой, ты-то постой, охладись! Кстати, молодец, Салатик! Без тебя нас бы эти зомбоиды-предатели успели сгрызть! Это точно, но все же, как так получилось, что наши растительные зомби напали на нас же? Видимо, вы совсем отупели. Сначала у вас пропал соевый стручок, а затем напали соевые зомби. Не видите связи? Нет, не может быть, я не верю. Нет, нет и нет. А вот и да, да и да, ваш соевый стручок предал вас. Осторожно, они нападают со всех сторон! Ой-ой-ой, удобрение мне срочно! А ну проваливайте, поганые предатели! Видели? Чуть не сожрали этот дурацкий гриб! Грустно это признавать, но Громила прав, меня только удобрение спасло! Ничего, мы держимся! Проклятая картошка! Охладитесь, болваны! Фокус-крокус! Нам стратегически необходимо постоянно иметь салатик на лужайке. Это точно. Зомбоидов тут только его ультой можно задержать. А уж потом я их всех по очереди вышвырну за энергетический щит. Где их покромсаю клешнями? Да уж. А вот и я. Ждем появления зеленых предателей. Салатик на месте, максимальная боеготовность. Вот они! Вы не пройдете! А теперь за дело примусь я. Фокус-крокус! Давай, крокус, вышвыривай их за мой щит. Можно прямо в эпицентр моей поражающей злобы. Вот какой-то творится!
А вы что, думали, переманите к себе одно растение и сразу же победите? Если честно, то примерно так. А вот фиг вам с маслом. Подходите, подходите, буду вас учить правильно шинковать салат из зомби. Плохой рецепт, очень плохой. Давай, Нина, взрывай гранил. Я чего стрелял? Вручаю тебе билет в обратный путь. Фокус, фокус. Чуть-чуть немного мокрой свежести не повредит. Кажется, мы окончательно перехватили инициативу. Добьем их. С удовольствием. Телепортационные каналы открыты. Нам конец. Ух, вот это была битва. По-моему, самая жесткая за последние месяцы. Это точно. Ну а теперь нам нужно срочно собрать совет. Да, что же случилось со Стручком? Хоть убейте, не верю, что он нас предал. Но узнаем это в следующей серии.